долбит. Ну понятно, что это зависит от пилота. Учти, что крыло, смотри, какой минус. Учти, что это моторное крыло рефлексное, которое очень спокойное, которое не поддается ничего. Посмотри, какой это самое у него слив. Только поэтому, если не долбит, конечно. Не, ну он ловил бы, если бы он его швырял, он ловил его. Но мы же не видим его движения. Смотри на заднюю кромку крыла. Ну, что?